Это «Вести утро» Карачаево-Черкесия, в студии Альбина Курычинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременно дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северный 6-11 метров. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, в горах плюс 4, плюс 9 тепла. Днем до плюс 22 тепла и местами плюс 9-14. В Черкесске кратковременно дождь, гроза. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 19-21 со знаком плюс. Сегодня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка. Александра Сергеевича Пушкина называют основоположником современного русского литературного языка. Его литературное наследие очень богато, а произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. И сколь не трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. На протяжении многих лет команда «Вестей» вспоминает творчество великого поэта. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Моя любовь, моя отрада, сторонка тихая моя, и рощ зеленая прохлада, и речки светлая струя. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирний, живее творческие сны. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать. Дитя, не смею над тобой произносить благословение. Ты взором, мирною душой, небесный ангел утешенья. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром в знойный день, на небо насылает тучи, дает земле древесную сень. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран. Да притечем и мы ко свету, и да падет сочей туман. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб слышать только ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном. И день, и ночь до новой встречи. Я знаю, что такое счастье, ведь у меня теперь есть ты. С тобой я не боюсь ненасти, с тобой мои сбываются мечты. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Пустое «вы» сердечным «ты» она обмолвец заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Стою задумчиво пред ней, свести очей с нее нет силы. И говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнению взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою от назвучной жизни шум. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет. Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе. Для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Мама Мия! С 10 июня в Кисловодском цирке. Слоны, тигры, бизоны и другие удивительные животные в программе «Счастливый билет». Телефон 296-58. Категория 0+. Только 9 и 10 июня с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусской фирмы «Марка». Женские и мужские модели обуви из натуральной кожи, а также куртки и ветровки. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства.